6 октября в Чувашском театре оперы и балета состоится заключительный творческий вечер Айдара Хисамутдинова, посвященный 15-летию его пребывания на сцене. Сам артист и более 70 его коллег из балетной и оперной труппы в этот день будут ходить по острым иглам яркого огня. Именно так называется представление. Считанные дни остались до концерта. На заключительных репетициях артисты оттачивают свое мастерство. Несмотря на отсутствие декораций, света, сценических костюмов, уже можно увидеть главное – искренность в глазах. Творческий вечер Айдара Хисамутдинова – это диалог с каждым зрителем, попытка подвести своеобразный итог творческой и реальной жизни, ответить на самые важные вопросы, которые задает себе человек. Стереть грани между публикой, артистом и музыкой, объединить все в один большой спектакль – главная задача, которую ставит перед собой Айдар. Зритель увидит на сцене исключительно современную хореографию. Автор выбрал лучшие моменты из балетов и 5 своих работ. Одна из них премьерная и посвящена матери. Ну, задействованы все, на самом деле. Все ведущие артисты работают в этом концерте. Очень много кардебалета. То есть это полномасштабное представление, в котором увидеть много можно и современных номеров, и фрагментов из других спектаклей. Все это, конечно, срежиссировано. Все это представляет собой некое одно большое действие, одну большую историю, которая рассказывает о судьбе актера. Дирижер Леонид Привалов объединил разноплановый музыкальный материал и адаптировал его для исполнения в симфоническом оркестре. На одно из произведений Жака Брели «Не покидай меня» Айдар Хисамутдинов поставил балетный номер. Какие грани таланта раскроет балетмейстер на своем творческом вечере, зрители узнают уже совсем скоро. Кроме того, что он изумительный артист балета, незаменимый артист балета, он активно себя пробует как хореограф-постановщик. Кроме всего прочего, Айдар является прекрасным исполнителем на фортепиано, и даже немного поет. И поэтому разные грани своего таланта он и представит на предстоящем творческом вечере. Зритель увидит внутреннюю борьбу главного героя, борьбу между добром и злом. Все происходящее на сцене – лишь иллюзия в сознании актера, а маленький бесполый образ рядом – это сущность, которую человек прячет и показывает лишь тогда, когда ему это нужно. По словам Айдара, его творческий вечер – это откровение. Всегда приходит момент, когда нужно сказать «до свидания». До свидания. В данном случае приходит момент в моей жизни, когда... Как бы тяжело ни было, ты понимаешь, что балет – искусство молодых. Сказать хочется много, но все нужно делать вовремя. Дальнейшие планы Айдара неразрывно связаны с театром оперы и балета. Только теперь он видит себя в другой роли – режиссера и постановщика. Татьяна Филатова, Олег Якимов, «Республика».